Всем большой привет из Павлодара, меня зовут Ирина. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. И если вы здесь первый раз, то вы попали на канал, основной темой которого является вязание. Здесь мы с вами что-то вместе вяжем, разговариваем о вязании, обсуждаем какие-то околовязальные темы. Поэтому, если вам интересен данный вид рукоделия, то присоединяйтесь, будем с вами что-то вместе вязать и разговаривать, проводить время вместе. Сегодня я хочу вам представить небольшой мастер-класс по вязанию вот такого вот мотива. Мне он очень понравился, что-то затянуло меня вязание мотивов. Ну вот такой вот, вяжется очень просто. Мы с вами рассмотрим и схемку, и как вязать я вам все покажу. Значит, вот такой вот мотивчик мы сейчас с вами вместе свяжем. У меня есть схема, она вот такая вот большая. Значит, а здесь... Я отметила ряды, но если посмотреть в оригинале схему на компьютере, где я смотрела, то там каждый ряд вообще идет, вяжется разным цветом. То есть вы можете взять остатки пряжи и вывязывать их в такие вот мотивы и вязать каждый ряд разными нитками. Я немножко по-другому. В общем, как вам глянется, так вы можете и вязать. Это не принципиально, да, как бы. Здесь уже как вашей фантазии будет угодно. Может, вы вообще его одноцветный свяжете, но я думаю, что все-таки сочетать какие-то цвета в данном случае нужно. Значит, что я буду использовать? Я буду использовать остатки пряжи. Немножко в другом мы сейчас с вами свяжем его исполнение, но я буду использовать те же самые нитки, те же самые цвета. Значит, это у меня акрил, остатки какого-то акрила, это огонек, это, по-моему, детская новинка. И я возьму еще, добавлю белый джинс. Крючок я буду использовать 4,5, но, опять же, номер крючка не принципиальный, вы выбираете просто под свои нитки. Ну и мне, конечно, нужно будет ножнички, чтобы отрезать ниточку. Давайте, собственно, с вами приступим. Я хочу начать этот мотив с желтого цвета. Значит, по схеме у нас идет в середине 5 воздушных петелек, и потом уже идет ряд. Здесь, кстати, не обозначено начало рядов, то есть здесь уже импровизируйте, как хотите. Ну, в общем, я буду показывать, а вы можете начинать просто ряды потом там, где я вам буду показывать. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 столбиков с одним накидом будет. 3 петли подъема и 15 столбиков с одним накидом. Значит, начинаем вязание с 5 воздушных петель. Я побольше приблизила, чтобы, может, получше видно будет. Значит, начинаем с 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем их в круг соединительной петелькой. И теперь вяжем 3 петли подъема, 3 воздушные петли, да? И вот в это вот колечко, которое у нас образовалось, мы будем провязывать 15 столбиков с одним накидом. Я сразу вот этот хвостик буду ввязывать, чтобы потом его просто отрезать. 1, 2, 3, 4. Значит, первый ряд сейчас, и мы вяжем 15 столбиков с одним накидом. Довязала первый ряд до 15 столбиков с одним накидом, и теперь вот в третью петлю подъема я провязываю соединительный столбик. Соединяю, да? Вот таким образом мы с вами сейчас довязали первый ряд. Сейчас приступим к вязанию второго ряда, и по схеме второй ряд у нас идет между столбиками, да? С одним накидом мы вяжем 1, 2, 3 столбика, воздушная петля, пропускаем 2 столбика и вяжем 3 столбика с одним накидом. Значит, вязать мы будем следующим образом. Значит, я тут закрепилась, значит, в вершину столбика. Я вот между двумя столбиками провязываю вот так соединительную петельку делаю. И вот отсюда у меня будет начинаться ряд. 3 петли подъема. И сюда же я снова провязываю еще столбик с одним накидом. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Воздушная петелька. 2 столбика пропускаем. Между вторым и третьим провязываем 3 столбика с одним накидом. В
воздушная петля, опять 2 столбика в предыдущем ряду пропускаем, и между вторым и третьим вяжем 3 столбика с одним накидом. Воздушная петля и так дальше. Продолжаем до конца ряда. Подошла к завершению второго ряда, провязала 3 столбика с одним накидом, делаю воздушную петельку. И вот здесь у меня получается должно остаться 2 столбика с одним накидом в предыдущем ряду. Значит, и я беру третью петлю подъема и замыкаю вязание в круг. Теперь здесь я сейчас буду менять ниточку. Я закреплю ее, отрежу. И сейчас я возьму другой цвет. Буду его присоединять. Мы с вами будем вязать сейчас третий ряд. Если посмотреть по схеме, то вот он у нас идет. Здесь уже у нас будет вот арочку из одной воздушной петельки. Мы провязывать будем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные, 2 столбика с одним накидом. И так будем вязать по кругу. Так, я сейчас закрепляю, присоединяю, да, новую ниточку. И тут мы можем опять же начинать вязать, где нам больше нравится. Значит, вот я буду начинать вязать из под арочку из воздушной петельки. Я буду присоединять ниточку сразу, да, и здесь же сразу буду делать 3 петли подъема. 1, 2, 3. Сюда же вяжем. Так, ниточку сразу вот так придерживаю и буду ее ввязывать, чтобы просто обрезать. 3 петли подъема, столбик с одним накидом, 2 воздушных, и сюда же вяжем 2 столбика с одним накидом. Дальше переходим к следующей арочке, вот где одна петелька у нас была. Вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петли. И сюда же в эту арочку 2 столбика с одним накидом. Так у нас получается. Теперь берем следующую арочку из одной воздушной петельки. Вяжем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом. И так будем вязать до конца ряда. В следующую арочку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом. Так, завершаю вязание третьего ряда нашего. Вот я провязала в последнюю арочку, да. И теперь все, мы находим третью петельку подъема и замыкаем наше вязание. Это мы довязали третий ряд. Теперь смотрите, чтобы начать вязать четвертый ряд. Так вот, у нас четвертый ряд идет. Мы будем начинать вязать его вот отсюда, где у нас была арочка из двух воздушных петелек. И будем провязывать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков с одним накидом вот в каждую вот такую вот арочку. Следовательно, чтобы начать вязание, мне нужно вот отсюда переместиться под арочку. Я вот так соединительными столбиками аккуратненько перехожу под арочку и уже здесь буду начинать вязание. Значит, 7 столбиков там, да, с одним накидом. Значит, один столбик я заменяю 3 петлями подъема и дальше под эту арочку буду провязывать 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, вместе с петлями подъема получается 7 столбиков. Дальше мы находим вот следующую арочку из двух воздушных петелек и под нее вяжем 7 столбиков с одним накидом. 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Все так будем вязать до конца ряда. То есть под каждую арочку из двух воздушных петелек мы будем провязывать 7 столбиков с одним накидом. Вот довязываем пятый ряд. Я провязала до последнюю вот группы столбиков. И теперь просто находим опять третью петлю подъема, как обычно, да, заканчиваем ряд и провязываем соединительный столбик. Все, я тут опять буду менять цвет нити. У вас, возможно, вы не будете его менять. Сами смотрите, как вам больше нравится. Теперь я возьму белый. Провяжу один буквально ряд белым. Сейчас мы приступим к вязанию пятого ряда и посмотрим по схеме. Здесь у нас будет вот такой интересный элемент. Значит, почти весь ряд состоит из столбиков без накида, которые будут провязываться в каждый столбик предыдущего ряда. И вот здесь у нас есть элементы, вот такие, которые будут провязываться на ряд целый ниже. Сейчас я вам все это покажу. Значит, берем... Ну, сейчас мы вязать с вами будем просто вот в столбике предыдущего ряда. Я беру вот начало веерочка, да, из 7 петель, из 7 воздушных столбиков с одним накидом. И закрепляю ниточку, делаю воздушную петельку такого подъема. И теперь в каждый столбик предыдущего ряда я провязываю столбик без накида. Вот, обвязала 7 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Теперь будем выполнять вот этот вот элемент. Получается, он идет у нас. Так, опускаемся, где у нас было вот здесь вот. Первый ряд мы вязали оранжевыми ниточками, да. Опускаемся сюда, вводим крючок между вот здесь вот столбиками. Подхватываем ниточку, вытягиваем ее. И провязываем вот так столбик без накида, да, у нас получается. Вяжем теперь дальше. Следующую группу из 7 столбиков с одним накидом мы обвязываем просто столбиками без накида. Обвязали эту группу. Теперь обвязываем следующую группу 7 столбиков с одним накидом. И здесь мы снова будем делать вот такой вот элемент. То есть мы вводим крючок вот здесь вот между двумя столбиками первого оранжевого ряда, да, подхватываем, вытягиваем ниточку, чтобы она не стягивала ничего, свободно было, и вяжем вот такой вот столбик без накида, да. Все, продолжаем снова вязать наши столбики без накида в каждый столбик предыдущего ряда. И вот так делаем сейчас дальше до конца ряда. То есть сейчас опять два веерочка вот этих обвязываем, делаем вот такой вот элемент. Дальше опять два веерочка обвязываем и делаем такой же элемент. Заканчиваю вязание пятого ряда. Вот так у нас сейчас выглядит. И в первую петлю подъема, где делала, я делаю соединительный столбик. Все, я буду опять менять ниточку. Возьму снова желтый цвет, с которого я начинала вязать. И сейчас один ряд я провяжу желтым цветом. Смотрим теперь, будем вязать шестой ряд. И здесь вот смотрим, у нас получается вот такой вот ряд. Здесь будут столбики с одним накидом. Столбик без накида, столбики с одним накидом. И столбики с двумя накидами. Сейчас смотрим, как мы будем вязать. Начинаем вязать шестой ряд, я его буду начинать вязать там же, где мы закончили. То есть вот здесь я сейчас присоединю ниточку. Делаю петлю подъема. Дальше я провязываю 5 столбиков без накида.
Два столбика с одним накидом. И вот тут мы провязывать будем теперь столбик с двумя накидами. 3 воздушных петли. И сюда же провязываем столбик с двумя накидами. Так, с двумя. Вот так вот у нас с вами получается. Теперь вяжем снова 2 столбика с одним накидом. 5 столбиков без накида. Вот, довязали сюда до центра. Теперь здесь у нас будет снова вот такой вот элемент повторяться, да, то есть мы вот сюда же опять, где у нас был оранжевый цвет, вводим крючок и вот так вытягиваем ниточку, чтобы она свободна была, и провязываем вот такой вот столбик без накида. И все продолжаем теперь заново. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петли и сюда же столбик с двумя накидами. Далее продолжаем. 2 столбика с одним накидом. 5 столбиков без накида. И тут провязываем опять элемент, который мы провязывали, да, то есть где оранжевая у нас ниточка, мы опускаемся, вводим крючок, захватываем нить вот таким образом и провязываем столбик без накида. Все вот таким образом сейчас мы с вами будем вязать до конца ряда. Заканчиваем вязать 7-й ряд, да, вот я дошла. И петельку подъема, где я закрепляла начало ряда, я буду соединять. Соединительный столбик. И следующий ряд я буду провязывать этой же ниточкой. Вы можете поменять ниточку, цвет, смотреть, как вам нравится. А следующий ряд, в принципе, 7-й, у нас будет последний. И тут он провязывается. Здесь вяжутся столбики с одним накидом все. И в уголках мы будем просто вот под вот эту вот, где у нас 3 воздушных петельки было, мы будем провязывать 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петельки, 2 столбика с одним накидом. Давайте сейчас провяжем с вами вместе. Значит, делаем 3 петли подъема, так как у нас ряд будет из столбиков с одним накидом. И дальше находим следующий столбик и провязываем столбик с одним накидом. И так вяжем. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом, пока не найдем вот до нашей вот этой вот арочки из 3 воздушных петелек. Дошла до арочки, тут провязываю 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петли и под эту же арочку 2 столбика с одним накидом. Все, дальше мы снова с вами вяжем
Здесь в каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по столбику с одним накидом. И здесь в уголочек, да, подарочку из трех воздушных петелек снова вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом. Все довязываем ряд самостоятельно.